такие клены необычные. В ботаническом саду Tower Hill. Это клен серый в российской ботанике. А так Acer griseum. Англоязычная paperbark maple. У него кора такая вот отслаивающаяся, очень интересная. К сожалению, облетели, сегодня ветер очень сильный. Вчера я снимала очень коротенькое видео. Гораздо больше листьев, к сожалению, сегодня уже не такое вот зрелище яркое. Вот. А это вот Bald Cypress. Болотный кипарис, обыкновенный, по-моему, в русской ботанике. Вот красные ягодки – это падуб мутовчатый. Здесь это называют винтерберри, зимняя ягода. Это вот местное американское растение, как раз северо-восток Америки. Любит очень влагу, обычно где-то вот, где вода стоит. По берегам, каких-нибудь там речек, пудов и так далее. Вот такое вот обилие ягод. По-моему, называется сорт Red Sprite. В природе они, конечно, не настолько вот усыпаны ягодами, но тоже бывают достаточно обильные ягоды. А вот, кстати, табличка. Вот это такой низкорослый, они бывают и повыше. Вот, а вот это замечательное совершенно дерево, вот, приобретающее свой вот осенний цвет, такой ярко-рыжий, пока еще там есть прозелень. Это тоже американский вид. Такое реликтовое растение. Вот оно листопадное. Похоже на хвою, но это не хвоя. Они с метасеквой похожи, эти растения, деревья. Вот ствол. Таксодиум. Таксодий называют двухрядный, двурядный. Ну, дальше текст там не важно. Вот после Bald Cypress это просто те, кто вот пожертвовали деньги, чтобы это дерево посадили. Там вот уже более такая яркая, рыжеватая листва. Вот здесь масса гераник цветет. Вот это Lawn Garden. В ботаническом саду такая лужайка обсажена деревьями, кустами, и цветы тут были летом. Это фермерский дом, он очень давно построен, в 1700-х годах. Сакура, весна она цветет такими розоватыми цветочками красивыми. Вот здесь вот пирамидальное дерево, это ликвидамбар смолоносный. У него тоже очень красивые листочки. Сейчас мы подойдем. Они похожи немножко на кленовые. Тоже уже облетел. Вот здесь хорошо. Они, конечно, не пирамидальные, это просто сорт.
понятно. Или где гераньки? Очень благодарный цветок оказался. А это вот магнолия с серебристыми почками. Готовится цвести уже. К следующему году закладывается. Вот это мерил. А нет.